Телеканал «Эфир-24» представляет. Телекомпания «Эфир», она любима всегда народом и особенно и казанцами. А «Эфир-24» это, будем говорить, уже вот где-то год работает. Мне хотелось поздравить коллектив «Эфира-24» с этой годовщиной. Конечно, это мало еще срок, но я думаю, он не менее любим, чем и ваш праматерь, как его можно назвать, наверное. Народ смотрит, всегда интересные передачи, интересные вопросы, может быть, острые вопросы, которые не всем всегда нравятся, но вы молодцы, так держать. С праздником вас!